есть мой лучезарный человечек, который внутри сидит и делает. Он просто растворяется. Хочу вверх, хочу тренд, хочу топ, тики-ток. Хочу вверх, хочу тренд, хочу топ, тики-ток. Я записал по фану звук, ты просишь тренд. Короче, ребята, всем привет! Я сейчас прям со съемок приехала и решила записать вам видео на тему, почему же все-таки у людей не получается передавать эмоции через кадр. Да, кстати, меня научили на смотреть вот сюда, прямо вам в глаза, а не дебарить на себя. Ребят, я надеюсь, вас не будет смущать задний мой фон непонятный, мы сделали небольшую перестановочку, и в связи с этим мне снимать негде. И не поверите, я сейчас это делаю на каком-то комоде, с какими-то вот, я не знаю, что у меня тут находится, и нашла какой-то свет, подсветилась, и, собственно, записываю это видео. Но моя самая основная задача — передать через вот этот объектив всю энергетику и все... не то чтобы эмоции, а, наверное, всю информацию, которую я бы хотела донести. Многие люди сейчас начали, снимать видео. На самом деле сейчас популярно видеоконтент, его потребляют везде, в туалете, в метро, как бы это удобно. И даже можно без звука понять, что человек, собственно, изображает или про что он записывает. Видео — это то, что будет 100% выстреливать. Видео — это наше будущее. И как ни крути, тебе придется, мой дорогой друг, научиться пользоваться хотя бы телефоном. Самая, собственно, первая причина, почему люди не могут нормально говорить на камеру, вернее, не дают ту искру, это, естественно, собственные рамки, которые, собственно, они сами себя и загнали. Такой момент, знаете, как рамки человека. Если вы пообщаетесь с обычным человеком, который более-менее раскрепощенный, и особенно вот с творческими людьми, может быть, вы когда-нибудь сталкивались, они... достаточно такие люди с внутренней творческой свободой. То есть они достаточно свободные, такие, знаете, как хиппи. Типа, я свободен, словно птица в небесах. Если вы пообщаетесь с человеком, который долгое время служил, да, там, я имею в виду, там, госслужба, либо, может быть, какие-то там серьезные должности, то вы увидите неопределенные рамки. Я опять сейчас смотрю на себя. Ну, как не посмотреть на себя? Может быть, у них харизма это и есть, но вот эти рамки, они не позволяют раскрепоститься и вот это вот внутреннее вот этой вот энергии выйти уже наконец-таки. Более раскрепощенные люди, по ним их видно, и их внутренняя свобода, она даже передается через камеру. И, знаете, этих людей интересно смотреть, потому что, ну, блин, как вот хочется взять вот... Как позитив хочется взять, так же хочется вот эту вот внутреннюю свободу взять. Так вот, в чем соль, запомните, внутренняя свобода. Ой, да, были. В общем, работала я в таможне, и это такая была вообще практика моей жизни. Я поняла, весь мой лучезарный человечек, который внутри сидит и так делает, он просто растворяется автоматически, просто. Я так просто стиснула, что... И поняла, что нет, внутренняя свобода это для меня очень важна, и она для меня основной источник энергии. Кстати, да, и что я вам, собственно, и желаю. Дальше, почему люди еще не смотрятся в кадре, и вообще в целом у них это не очень получается? Один момент всегда думать о себе. Вот ты вот сейчас думаешь, как же ты как там смотришься, красиво, некрасиво. Вот это, кстати, момент, да, когда я периодически смотрю вон туда. То есть у меня, я вон там, меня и тут, и там передают, если что. Ну, кто не знает, да? В общем, и знаете ли, вот периодически смотреть, ну что, там все нормально у меня. Там не видно, там козюлек. Козюлей не видно, посмотрите! На самом деле люди чувствуют, подсознательно, я не знаю, на инстинктивном уровне уже выработалось это все дело там эволюционно, что люди действительно чувствуют фальшь, либо какую-то зажатость, стеснение, недоговоренность, чего-то такого вот. А харизма все-таки это вещь частично приобретенная, частично все-таки она врожденная, объясню, да. Приобрести можно такие качества, как правильно себя вести на
камеру, да, там, вот эти все манеры, можно там красиво одеться, можно себе сделать образ какой-то, но есть такая харизма, такая вещь, да, кстати, про харизму я сниму отдельное видео, о которой... которая вот именно дает вот этот энергетический магнетизм, вот эту искру, вот эту химию между зрителем и тем человеком, который находится за кадром. Ребята, короче, пилите видосы, не смотрите ни на кого, ни на что. Если вас тянет, значит, это ваше. Оно вас найдет в любом случае. А если вы хаваетесь от слова-то какое, если вы прячетесь постоянно от объектива, это значит точно не ваше. Пока. Тики-ток, тики-ток.